Так, ну что ж, гамак висит. У песочницы я тоже все подмел. Сейчас мелкие опять придут, весь песок выкидают. Зона отдыха у бассейна готова. О, точно, бассейн! Как я мог забыть? Мне нужно добавить туда химикаты для очистки воды. Ой, что это там сзади хрустнуло? О, нет, мои последние штаны. Ну, хоть за уборку территории у бассейна деньги сегодня получу. Сегодня день зарплаты. Так, все, пошел очищаться. Таблетки на базу. Дырявая моя голова, опять забыл. Вдруг кто-нибудь придет купаться, а сегодня до вечера нельзя, очистка будет идти. Так, вот так-то лучше. Надеюсь, все умеют читать. Правда, я сам не понял, что там написано. Но мне дали эту бумажку. Все, я за зарплатой. Мама, а можно мы сейчас все вместе в бассейн сходим, а? Хорошо, Макс, сходите, только присматривайте за Таником. О, спасибо, мам. Мы ему круг возьмем, чтоб не утонул. Или на рукавники. Даник, давай собирайся быстрее. Я вообще-то уже почти все, осталось только тапку надеть. Давайте еще возьмем с собой магнитофон. Я хочу музыку послушать. Ладно, только потащишь сам, понял? Девочки, готовы, а? Собирайтесь, как на праздник. Скоро этот бассейн в тыкву превратится. И все остальное тоже. Даник, возьми еще круг себе. Макс, вообще-то мы уже готовы, вас ждем. Ой, я тоже себе круг возьму. Я хоть и умею плавать, но не очень. А я не могу круг нести, я маффин понесу. Ого, так мы еще и с музыкой? Чур, синий трактор не включать, слушать не буду. Давай я твой круг унесу. Ой, нет, я же свой понесу. Все, давайте я его уже понесу. Пойдемте в бассейн, сейчас все солнце пропустим. Макс, давай быстрее, Дианка с Даником уже вперед ускакали. Сейчас в бассейн залезут, потом их не выловить будет. Да иду, иду, я этот круг взял, из него ничего не вижу. Макс, аккуратно! Ой, че? Фу, ты в какашку наступил! Фу, я теперь с тобой не пойду. Неужели не видишь? Где? О, фу! Гуляют со своими собаками, они убирают потом. Фу-фу-фу! Сейчас чем-нибудь вытеру. О, как раз бумажка есть. Об нее я оботру. Ай, фу, сбоку еще прилипла. О, отлично. Ну все, можете не убегать от меня. Я чистый. О, гамак сегодня повесили, круто. Наконец-то дворника вроде нашли. Такая чистота тут сегодня. Даник, включай музыку, пойдем водичку потрогаем. Ух ты, какая теплая. Ой, только она какая-то грязноватая вроде. Ух ты, реально теплая. Немножко мутновато, но это, наверное, из-за дождя, который ночью шел. Ну что, пойдемте все купаться скорее, пока солнце не зашло. О, пойдемте, а то я тоже слышал, что вечером гроза, туча должна прийти. Вон какие облака ходят. Я готова, кто со мной? Здорово. Даник, иди сюда с кругом, я тебе покатаю. Ой, нет, Катя, я ноги твои вижу. Значит, водичка чистая, сейчас я тоже иду. Катя, поберегись. По-моему, кто-то много кушает. У тебя попа в горке застряла. Ничего не застряло, так задумано, и не хотел туда падать. О, ну вот, пополям, пополям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. Круто! Даник, Даник, давай в круг. Даник, я же просила, только не трактор. О, вот это нормально. Ой, подождите, а здесь было что-то написано. Ой, какие-то буквы не русские. А, надо просто листок перевернуть. Фу, ну он грязный. А вдруг что-то важное? Ладно, я с краешка подцеплю. Чего-чего написано? Проведена обработка бассейна. Купаться до 17:00 запрещено. Ой, ребят! Чего, Диана, иди уже сюда, скоро домой пойдем. Опять заноешь, ты не накупалась толком. Какая-то водичка странная, с каким-то запахом. Даник, так это хлорка, чтобы бактерий не было в бассейне. Эй, все, семейка, вы что, глухие что ли? Я же вам читаю, проведена обработка бассейна. Купаться сегодня до 5 часов строго запрещено. Вылезайте скорее. А? Чего? Ого, точно, а я-то думаю, что с водой-то? Катя, Катя, Даника, доставай, сама вылезай. Фу, я еще и понырел. Ужас какой, Макс, ну зачем ты эту бумажку брал? Мы бы к бассейну подошли и все увидели, а ты об нее ноги свои вытирал. Что сейчас будет? Ой, кажется, я нахлебался. У меня животик болит. Меня тошнит.
Доник, подожди, что делать-то, Катя? Ой, как живот крутит, сейчас тоже тошнит. И меня. Ой, что делать-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я могла бы быть там с вами. Что делать-то, что делать? Пойдемте в больницу, она ближе, чем дом. Туда, в приемный покой. Доктор скажет, что делать. Главное сказать, куда попали. В бассейн с обработкой. Не могли еще где-нибудь бумажку-то повесить? Вот что значит, день с утра не задался. Все, одеваемся и побежали отсюда. Доктор, здравствуйте, скорее. Моему брату, еще одному брату и сестре срочно нужна помощь. Здравствуйте, что случилось? Дело в том, что мы пошли в бассейн. Мы там накупались, я туда не залезала, не успела. А там, оказывается, висела бумажка, что проведена обработка хлором. И до вечера нельзя туда залезать. А мы эту бумажку не видели. И они накупались, и сейчас их тошнит. Так, отравление хлором, значит? Ай-яй-яй, ну как так? Могли бы огородить хотя бы бассейн. Сейчас, где они? Они там, на входе. Скажи, пожалуйста, а сколько их еще раз? Их три, младший брат, еще брат постарше и старшая сестра. Ой, у меня только две клизмы готово. Ну ничего, по очереди. Сначала самого младшего, у него отравление сильнее. Так, пошли. Как живот крутит. Если я помру, мой ноутбук завещаю Данику. Ой, Макс, мне так плохо, Катя, Дианка, позовите маму. Если вам так плохо, значит, вы наглотались воды. Меня, конечно, тоже мутит, но не так. Ай-яй-яй-яй-яй, но сказано же воду с бассейна не пить. Ныряют, кувыркаются. Да, Катя, кто знал-то, что там вода обрабатывается? Обычно же все нормально, бассейн есть для того, чтобы нырять и купаться там. Все, спокойно, доктор идет. Так, это сюда. Так, подойдет. Девочка, как там тебя зовут? У тебя получше состояние? Здравствуйте, доктор, да. У них очень сильная боль, а меня мутит просто. Ага, значит, с тобой обойдемся таблетками. Так, мальчики, поворачиваемся. Срочно нужно сделать клизму. А? Чего? Ой, у меня, кажется, живот прошел. Доктор, а можно мне тоже таблетку? Пожалуйста. Нет, таблетками не обойдемся. У вас сильная интоксикация организма. Так, сначала маленькому. У него времени поменьше будет. Давай, поворачивайся. Ложись на живот. Хорошо, доктор, делайте, что хотите, только чтобы не было так больно. Так, девочки, выйдите. Сейчас, быстренько. Доник, бедный, нет. Боже, можно мне все-таки таблеточку? Фу, Макс, ничего страшного, зато все прошло. Голова еще болит немного. Голова еще поболит чуть-чуть. Главное, нет опасности для организма. Весь яд мы с тобой почистили. Так, следующий давай. Ложись, что мне тебе держать? Доктор, а может все-таки таблеточку, а? Что мне тебе клизму под капельницей ставить, что ли? Давай быстренько, пока весь яд не распространился по организму. Потом в реанимацию попадешь, хуже будет. Эх, ну ладно. Будь что будет. Ну вот, хороший мальчик. Давай, больно не будет. Еще немного. Доктор, может, хватит? Сейчас. Все, отлично. О, полегче вроде, да. Так, сейчас вашей сестре таблеточки и вам принесу. Водичкой запьете, еще полежите. И сообщите мне номер ваших родителей. Я им позвоню. Нужно им сообщить. Хорошо, доктор. Записывайте. 8921. Мама нас убьет. Данька, что мы сделали? Мы что, знали, что ли? Если бы мы сразу эту вывеску увидели, тогда другое дело. А мы не подозревали, что там химикаты какие-то налиты. И главное, народу не было, чистота, гамак повесили. Хоть бы в новостях оповестили, что бассейн почистили. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Не знаю, доктор, а сколько нам здесь валяться придется еще, а? Все выходные в больнице, а потом уже и школа. Все будет зависеть от вашего состояния. Ложись, отдыхай пока. Нужно сил набираться вам. А я пойду родителям звонить.